Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю видео, которое называется «Мы уезжаем на море». Итак, начнем. Доченька, вставай, пожалуйста. Доченька, вставай. Доченька, вставай, мы опоздаем. Ну куда? Доченька, вставай, а то мы правда опоздаем. Ну куда, мама, опоздаем? Ну вот. Что я тебе всегда говорила? После того, как проснулась, надо тебе снимать маску сразу. Ну что, мама, куда мы уезжаем, что там случилось, что так рано, мы что, куда-то едем? Да, ты угадала, мы едем. Куда? В детский мир? Нет, дочь, не в детский мир. Так куда же, мама, мы уезжаем? В какой-нибудь торговый центр, там, Мега, Поник. Нет, доченька, мы уезжаем... вообще на море. На море? Ура! Надо чемоданы собирать. Сейчас надо снять вот эту вот штучку. Все, я встаю. Встаю. Я пошла умываться. Что там еще надо делать? Так. Я возьму вам своих пони. Ой, корону надо достать. Мама, своих пони возьму. Да, только две бери. А можно своих четырех? Нет, доченька, это много. Ура! Так. Все, я готова. Что мне делать? Ну, во-первых, уберись. Ты смотри, весь дом разгромила. Я пойду твою сестренку будить. Она тоже с нами едет? Да, конечно. Ура! Всей семьей едем. И мы, к сожалению, Мусю не возьмем. А почему мы Мусю не возьмем? Ну, потому что... Она уже, как ты знаешь, подросла, и она уже не очень любит с нами куда-то ездить. Ой, аккуратно. Так. И поэтому я попросила твою подружку. Лили Блоссом, заходи. Лили Блоссом. Извините. Ой, подружка, привет. Ты знаешь, мы уезжаем на море. Да, конечно, знаю. Удачно тебе отдохнуть. Ой, спасибо. А ты сюда пришла, чтобы за моей кошкой приглядеть? Да. Да, она будет за нашей кошечкой приглядывать. Муся, иди сюда. А у тебя Муся подросла уже? Да, она уже большая кошка. Секундочку. Муся. Муся, ну где же ты? Мяу. Ого. Мяу. Ой, как Муся-то подросла у тебя. Да, она уже стала большой окошечкой, да? Окошечкой. Да, мам. Ну, а ты пока располагайся, а мы сейчас вещи соберем и уедем. Понятно. Кстати, дорогие подписчики, я вам хочу сказать, что вот именно вот моя подружечка Лили Блоссом в этом замке будет снимать второй сезон части «Мой новый друг». Поэтому не пропустите. Так, ладно, мам, пойдем уже собираться. Ну, идем, доченька, идем. Грива. Так, я пошла. Ты пока располагайся в моей комнате, только я игрушки свои возьму. Ой, да я же не буду в игрушки играть твои. Ой, сейчас. Так. Все, мам, я своих взяла, пони. Ой. Так. А я только можно поиграю, если только с твоей Каденс там и Эпплджек? Да, конечно, играй, Лили Блоссом. Ой, спасибо, я пойду пока располагаться. Здорово, мне разрешили жить у нее дома, как я рада. Так, сейчас. Только жалко, что моего нового друга нет, дружка. Ничего страшного. Так, все, дочь, быстрее давай.
нам сейчас подадут наш не поезд, а мы на машине поедем. Вау, обожаю на машине путешествовать. Муся упала. Что это было? Мой комод упал опять. Бедный мой комод. Так, сейчас нам подадут чемодан. Лимузин или как-то, я не помню, как у нас машина называется. Забыла. Которую я заказала. И мы туда все вещи сложим. Ура! Так, надо бутылочку взять. И мою платьице надо взять. Расчесочку. Так, что там еще? Платьице я хотела взять. Ой. Так, сейчас. Опять у меня комод упал. Так, сережки, вся мелочь. Я вот все это возьму. Всю мелочь. Так, комод надо оставить. Ну вот, все. Сейчас я еще возьму корону. Вот, все. Мам, я еще наряды возьму. Да, бери. У нас такая квартира стала, как будто мы даже у нее и не уезжали. То есть, как будто мы еще не приезжали. Да, мама, у нас пустенько как-то. Ой, у нас вообще пусто. И все падает. Так, сестренка твоя, вот она тебя сейчас уже ждет. Сейчас надо, блин, машину позвонить, а то они обещали, что к часу подъедут, а уже час. Так, алло. Здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, где моя машина? Я уже жду, 10 минут. Извините, мы попали в пробку. Мы уже подъезжаем к вашему замку. Поэтому можете свои вещи уже готовить. Все, до свидания. До свидания. Так, сейчас уже подъедет наш лимузин. Ура! Где моя сестренка? Уля! Пип-пип! Загружайте вещи. Здравствуйте, принцесса, здравствуйте. Загружайте свои вещи. Угу. Что? И все? Мама, такой маленький багажник. А ты, дочь, все грамотно размести, и все у тебя влезет. Ну, хорошо. Просто у нас так много вещей. Боюсь, чтобы... что не влезет. Я очень боюсь это. Да ладно, влезет все. Если ты красивый и аккуратно все положишь. Ну, или запихнешь. Так, ладно. Знаешь, доченька, как-то, примерно так это выглядит. Так. Вот мне интересно, это не упадет по дороге? Нет, я думаю, нет, не упадет. Аккуратно все. Так, давай своих пони, остальные вещи внутрь. Кстати, принцесса, я хотела сказать, что машину будете вести вы, так как я не помещусь в этой машине. А, да, я знаю. До свидания тогда, до свидания. Так, все, она ушла. Все, теперь идем внутрь и аккуратно загружаем все внутрь, все, что влезет. О, я влезла в машину. Так, стоп. Ой, доченька, давай, залезай. О, давай, залезай ко мне. Аккуратно, там твоя сестра. Я знаю, как сделать. Как? Сестренка будет вот тут, вот за тобой. Вот тут. Так, теперь халатик. Платьице твое, мама. Мои пони. Вот я сюда положу Элизу. Вот она вот будет со мной рядышком. Вот, смотри, мама, она хорошо поместилась. Угу. А Луну куда? Может, мы Луну не будем брать? Нет, я тоже хочу Луну взять. Ой, ладно, вот так вот Луну. Как? Ну, ладно, поехали. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.